Маркетри – это мозаика из ценных пород дерева, фактически это деревянные краски. Этот вид искусства Николай Строганцев открыл для себя более 50 лет назад. Выставка, которую презентовали в молодежном библиотечно-информационном центре, стала своеобразным итогом всего творческого пути мастера. На этой выставке представлены и пейзажи, портреты, большие творческие работы. Цветы. Выделить какую-то одну свою работу Николай Строганцев не может. Все они одинаково любимы. В каждую мастер вложил частицу души. В последнее время художник отдает предпочтение исторической тематике. Копии Павла Корина, Александр Невский, «Северная баллада». Очень значимая работа для меня. Ну и пейзажи. Русь святая. Иконы. Раньше для своих картин мастер использовал королевский орех. Сейчас перешел на китайский подкрашенный шпон. Уже знаю каждый вид шпона, что он значит, как его поставить. В общем, просто нужно нужный кусочек в нужное дерево, это в нужное место поставить. Презентацию выставки посетили родные и друзья Николая Строганцева, бывшие коллеги из детской школы искусств номер 2 и те, кто интересуется созданием произведений из дерева. Когда смотришь на картины, видишь в них объем, отражение дерева, отражение лодки, скита, уникальные изображения на платьях, вышивки. Выставка была очень чудесной. Я впервые вижу картины, сделанные из деревянного шпона. И я думаю, что чтобы создать такие картины, требуется очень много усилий. И я рада, что люди занимаются таким красивым творчеством. Мне очень понравилось. Я вообще впервые вижу подобного рода картины. Они самые разнообразные, несмотря на то, что сделаны из дерева. Это действительно впечатляет и поражает. Выставка Николая Строганцева будет открыта в молодежном библиотечно-информационном центре до начала июня. Познакомиться с творчеством мастера можно в часы работы библиотеки. Екатерина Опенова, Артемий Глазков, Владимир Лисик, служба новостей Саров, 24.